По глазам вижу, что ты от меня не отстанешь. Так ты хочешь узнать, что стало? Ты слишком многое держишь в себе, кузен. Ну ладно. Как-то ночь, как раз перед тем, как Юст... Ты отомстил убийц? Много лет я жаждал... Времени почти не осталось, друзья. Влияние Белиала... Как мы найдем Белиала? Искать не придется. Магда и ее последователи... Я никуда не пойду, пока душа дяди Дикарда... Мы воздадим ему должные почести. Я нашел караван, с которым мы поедем на восток. Поговори с его хозяином. Ну что, друг мой, отправляемся в Колдей? I went out with a guy who was older than me. Все это сказки. Дядя видел лишь то, что хотел. Дикард пожертвовал многим ради этого мира. Но дело его не закончено. Да что ты знаешь о жертвах? Сирайя, древний закон небес строго запрещает нам вмешиваться в дела смертных. Ты приступил его сознательно. И в чем же я виновен, Империя? Что несу справедливость, пока ты, как трус, прячешься за своим троном? Замолчи! Ты ответишь за своеволие. Не тебе судить меня. Я сам справедливость. Мы должны служить высшей цели, защищать невинных. Но если законы небес сковывают вам руки, я больше не могу называться вашим братом. Так ты сам решил стать одним из нас? Святотатство! Ибо люди — единственная надежда этого мира. Я не верила тебе. Думала, что это выдумки. Твой труд так и остался незавершен. Пропадет, дядя. Я его закончу. Click the Get Relief button below this video. Тристрам в безопасности. Теперь я отправляюсь на восток, в великий город Колдей. Один из последних владык демонов, Белиал, подчинил город своей воле. Я освобожу Колдей от его власти.
руки. Вот, взгляни. Ты не будешь разочарован. Я говорила с Хедриком. Он все еще отказывает. Если бы он только... Сегодня тебе на помощь придет дева волшебной красоты. Ее юность обманет. Зачем мне ее помощь? Сектанты воспользуются... Погоди, погоди. Что ты там говорила? Там внизу колдей, жемчужина Востока. Сейчас бы он его не узнал. Этот город от... Мы разделимся. Вы будете искать Белиала, а я найду его прислужник. Ты давно не был в колдее. Как тебе сказать? Это из-за отца. Нет, Белый. Погода мне здесь... Страж, откуда эти беженцы? Я не страж. Я Шира, капитан Стали. Я ищу Магду. Она направилась в Алькарн и перекрыла виду. Вы слышали? Император Хакан выдворил. Мы с Тираэлем узнали, что пока остальные волки сражались с Магдой в пустыне, император заменил их на своих стражников, которые не пускают никого в центр. Похоже, стальных волков отправили на верную смерть. Белиал сделал свой ход. В детстве я излазила колдей вдоль и поперек, пока дядя Декарт был занят своими изысканиями. Хорошо. Будь осторожен. Возможно, Магда устроила тебе в Алькарне лов... Эти ворота выходят на дорогу, ведущую в Алькарн. Тебе придется идти в обход по мосту через каньон и через заставу. Что-то мне подсказывает, что это будет интересное путешествие. Берегись, путник. Эти пустынные дороги стерегут сектанты. Нет, это я их убью. Тебе не стоит ходить туда в одиночку. О, сегодня мне везет. Впереди тебя ждет множество иллюзий, которые люди называют миражами. Я вижу их истинную сущность. Они сплетены проклятой магией темного культа. Пойдешь у них на поводу – умрешь. Они не смогли убить меня раньше, не смогут и теперь. Но спасибо за предупреждение. Лакуни, или как их еще называют, люди-пантеры, тысячелетиями обитают в пустыне к востоку от Колдея. Крупные самцы руководят племенем и защищают его от врагов. А ловкие самки-лакуни занимаются охотой. В целом, это примитивные создания, которые ведут замкнутый образ жизни, но они становятся агрессивными, одержимые голодом или будучи загнанными в ловушку. Осторожно, они совсем рядом. Здесь никого нет, и дорога завалена. Теперь вы станете пищей для демонов! Как ты узнала о засаде? Я заклинательница.
Мне открыты все тайны. Спасибо за помощь. Я тоже ищу кое-кого. Давай, я расчищу для тебя путь. Капитан, сзади! Стальные волки! Защищайте людей! Если бы не ты, Лакуни устроили бы славный пир. Много их еще по дороге в Алькар. Тебя ожидают опасности пострашнее. В песках пустыни есть... Пойдем на север, к плато воющих ветров. Я чувствую, что источник магии сектантов находится там. С помощью магии, но их заклинания слабы. Юный молотильщик — коварное создание, которое обладает ненасытной жаждой. Может, у меня получится почувствовать еще какие-нибудь отголоски их магии? Снова следы. Сектанты прячутся в... Плоть! Ритуал прерван! К востоку отсюда сектанты проводят еще один ритуал. Они пытали моего бедного мужа. Мы отомстим за него. Идите сюда, твари! Золото из вас вытрясу! Гляди, снова следы! Оправдание тому, что мы совершили. День седьмой. Я содрогаюсь при мысли о том, в какое чудовище я превратился. День десятый. Я голоден, но терпелив. Кто-то обязательно зайдет ко мне в погреб, и тогда я снова утолю свой голод. Thank you.
Отличная погодка. Некогда греться на солнце. А сектанты, небось, вовсю загорают. На меня. Гляди, снова следы. Сектанты прячутся внизу. Их ритуал поддерживает иллюзию. Главное, чтобы ты не оказалась здесь. О чем ты говоришь? Ритуал прерван! Теперь магия темного... Я потеряла всякую надежду. Скажи мне, что ты будешь делать, когда с Магдой будет покончено? Владыки преисподней, Белиал и Азмодан хотят захватить наш мир. Я разобью их армии и уничтожу их самих. Интересно. Должно быть, ты и есть тот человек, которого я искала? Время рассказать тебе мою историю. Я родом не из Калдея. Эти заклинания я изучила 15 сотен лет назад. Он обучил нас и погрузил в магический сон, чтобы мы проснулись в этой эпохе. Я послана предотвратить вторжение. Настал век знамений и пророчеств. Теперь надо найти заставу Хасин. Надеюсь, там нас встретит толпа полуобнаженных красот. Эй, господин, у меня тут новые штучки. Ты долго меня искала? Много дней. Когда я проснулась, я не чувствовала страха, когда меня запечатали в склепе. Лишь ощущение покоя. Каким был мир полтора? Тогда в небеса... Кто это такие? Это клан волшебников. Пророк был одним из них. Нет, что ты? Я думал о нашем, но разве... В слепой вере... Я даже не знаю. Не знаю. Наверное, ты прав. Я найду способ вспомнить...
Кажется, я нашел способ вернуть утраченные воспоминания. Если я вновь окажусь в плену старой... Ты слишком беспокоишься, Кормак. На теле Йондера я нашел дневник. Я могу перевести его. Хотя на это потребуется время. Отлично. Некогда Йондер был истово... Какие битвы нас ждут сегодня? Ты хоть иногда жалеешь? Никогда. У меня вечно все получается не так. У тебя всегда... Попробуй пожить в трущобах. Я подумаю. Твои родители живы? Мы с братом... Он тоже вор? Нет. Как странно. Да нет, на самом... Это мне не помешает. Должна сказать? Это твои дом. Я же все... Колдей сильно изменил. Последний раз я вспоминаю о том... Таким сразиться. Недостаточно ярости. Это был достойный соперник. Двигаться на заставу Хасим. Беда буду отсюда. Нужно еще время. Танты бросили меня сюда на растерзание зверям. Мне пришлось спрятаться под гниющими... Прими это за мое спасение. Это самое... Это ты хорошо придумал. То, что надо.
Достойный выбор. Древние мне нужна было. Ярость. Великое свершение. Древние мне улыбнулись. Сейчас неохотой пишу о семи владыках преисподней, величайших из демонов. Ибо мне кажется, что даже один звук их имени отравляет воздух, которым я дышу. Среди владык преисподней выделяются малые воплощения зла. Это... Я говорила, что он умел удивить... Не надо. Мне это пригодится. Спасибо. Я это возьму. Я не умею этим пользоваться. Ты такая хорошенькая. А еще я умею порабощать разум своих врагов и вытягивать из них жизнь. О, ну не очень ты дружелюбная.
Эти стражи какие-то странные. Открой ворота. Мне нужно в Алькарн. Да ты с ума сошел. Ну раз уж тебе так не терпится умереть, то поговори с капитаном Давидом на командном пункте. А, вот и ты! Жертва для моего обряда! Какой щедрый дар! Это ты жертва. Белиал сделал... Нет! Он бы никогда меня не предал! Убейте его! Белиал — владыка лжи, Магда. Но я открою тебе правду. Белиал питает особое расположение к этим змеевидным демонам. Как ты вовремя! Они собирались принести нас в жертву Белиалу. Стальные волки, мы должны отвоевать город! Когда добралась до Алькарна... Да, до нас дошли слухи... Чем быстрее ты откро... Замечательно. Скоро я отомщу за твою смерть, Сигард. Вам меня не одолеть! Пакистанские пустыни поражают своим величием, простором и обилием жалящей мошкары. На первый взгляд эти паразиты кажутся безобидными, но на самом деле они переносят множество заболеваний. Однажды в мой сапог залетела одна мошка и занесла заразу, после чего моя нога раздулась до размера спелой дыни. Что за ужасные создания! И стоит судить об опасности демона лишь по его размерам. Песчаные бесы по росту не намного превосходят ребенка, но при этом обладают хитростью и жестокостью, которые присущи гораздо более крупным существам. Бесы таятся под покровом теней, выжидая, пока появится подходящая жертва. Затем они набрасываются на нее из засады и обгладывают несчастного до самых костей. Правильный выбор. Уверен, что за сотни лет эти пески успели поглотить множество древних книг. Сейчас я не буду искать старые тексты. Но если мы все-таки найдем какую-нибудь книгу, то...
то я бы не отказался на нее взглянуть. Победе!
Замечательно. Я не умею этим пользоваться. Владыка лжи, самый коварный и таинственный из демонов, представляющих собой семь воплощений зла. Говорят, что именно он убедил Азмодана поднять бунт против великих воплощений зла. Так началась война между демонами, охватившая всю преисподнюю и завершившаяся великим изгнанием трех верховных демонов в мир смертных. Почему вы так часто ссоритесь с Линдоном? Наши ценности противоположны. Мною движет честь и желание нести добро, а им — алчность и зов плоти. Достаточно ярости. Древние мне улыбнулись. Новинки. Вот, взгляни. Ты не будешь разочарован. Все происходит, как предсказано. Но я не ожидала. Ты Атираэля? Я поняла, кто. Почему? Мы этого не заслужили. Почему ты не стал стражником? На самом деле, а ты всегда ничего. Пока за твой угол. Бог предвидел нашу победу.
Я спасен! Пусть твои раны исцелятся быстро. Наконец-то! Это меньшее, что мы можем сделать. Помоги нам! Не оставляй нас здесь! Не могу поверить, что я свободен! Выбор, темный путь будет уничтожен. Я спасен! Не волнуйся, мы освободим остальных. Подарок? Восхитительно. Благословили меня. Чудовищные страдания. Может быть, смерть в этом покое. Празднуй свою победу, друг! Наконец-то! Не бойся, темный культ будет уничтожен. Солнце садится над Алькарном. Это значит, что еще один день прошел спокойно, вдали от безумия, поглотившего колдей. Несмотря на обилие паломников в капюшонах, которые пребывают в преддверии какого-то закарумского праздника, демоны словно оставили нас в покое. Я удвою число стражников у ворот. Нужно быть наготове, если события примут другой оборот. Какое качество? Магда, это ты. Наваждения тебя больше не спасут. Все это уже не имеет значения. Пока ты гонялся за мной, императорские гвардейцы Белиала схватили твою маленькую ведьму Лию.
Скоро ее сила перейдет к нему. Покойся с миром, Декарт Каин. В ней не оставалось ничего, кроме тьмы. Мне больно видеть это. Когда я присоединилась к темному культу, он был слаб. А его предводители предпочитали бездействовать, пока великие воплощения зла находятся в заточении. Я убедила еще одну ведьму помочь мне. И мы вместе отравили этих предводителей, чтобы занять их место. Спустя несколько лет моя знакомая покинула нас, но я все так же продолжала служение. И вот темный культ расцвел под предводительством владыки Белиала. В русском манускрипте говорится, что Асмодан самый одаренный полководец. В последнюю минуту жизни Магда предрекла, что скоро владыка демонов Белиал будет править нашим миром. Остановить его могу только я.